Новости Богородского района. Богородская43.ру. 25 июня состоялось торжественное закрытие областного научного семинара «Я географ», который проводился на базе Ашланской средней школы. Торжественное закрытие началось с песни «Я лечу над Россией» в исполнении преподавателя и студентки Кировского колледжа музыкального искусства имени Казенина Надежды и Татьяны Помиловых. Затем все три отряда экспедиции представили номера художественной самодеятельности. Кандидат педагогических наук Галина Анатольевна Русских подвела итоги работы экспедиции, которой занимались дети из четырех школ города Кирова, Вятской православной гимназии, Косинской Сунской средней школы Зуевского района и Ашланской средней школы. Самым важным было подведение итогов ведения участниками экспедиции исследовательских дневников. В них они фиксировали все результаты проведенной работы. Подведение итогов проходило не совсем обычно, а в форме розыгрыша призов, так как все дневники были оформлены очень хорошо. На закрытии экспедиции выступил глава Богородского района Василий Юрьевич Ситников, который взял в руки дневники с работами о Богородской земле и пожелал детям дальнейшей успешной работы. Вот уже второй раз на нашей Богородской земле находится такая интересная, я бы сказал, общность, которая объединяет вас по вашим интересам, и вы ездите по нашей земле, вы нашли у нас хорошие места, о которых здесь говорилось, потому что наш район в регионе самый маленький и по площади, и по населению, но о нем знают. И вот благодаря вашим работам знают еще больше и узнают. Благодарственные письма получили все педагоги, студенты, обслуживающий персонал Ашланской средней школы, а сертификаты – все участники. Директор школы, заслуженный учитель Российской Федерации Владимир Александрович Зашихин поблагодарил Галину Анатольевну за организацию нетрадиционной формы исследовательской деятельности, детей и взрослых за тесное и эффективное сотрудничество. Прозвучал гимн географов. Впереди у детей и педагогов кропотливая деятельность над исследовательской работой и ее защита в декабре 2017 года. Большое спасибо за активную работу. Экспедицию считаю закрытой. В Ашланской средней школе завершила свою работу экспедиция Русского географического общества, которая называется «Я географ». Цель этой экспедиции была изучить объекты природы на территории Ашланского района и создать условия для развития исследовательской деятельности школьников. Поэтому те ребята, которые принимали участие в работе, были скомплектованы в три экспедиционных отряда. Эти три экспедиционных отряда, каждый проводил исследовательскую работу по своей программе и вел серьезный полевой дневник. По результатам полевого дневника была камеральная обработка, то есть все материалы, которые добыты были в экспедиционных условиях, обрабатывались на компьютере. И дальше оформлялся научный отчет в соответствии с той методикой, с которой работали экспедиционные отряды. В настоящее время мы подготовили отчет и через несколько дней будем отправлять его в Москву, в Русское географическое общество на рецензирование.
Конечно, не только исследовательской работой занимались дети. Невозможно представить детей без игры, невозможно представить без серьезной интересной книги и, конечно, невозможно представить себе без художественной самодеятельности. Вот все это мы учли, и сегодня при закрытии нашей экспедиции прозвучали и песни, и стихи, и замечательные слова, слова благодарности. Благодарности и Богородской земле, благодарности Ашланской школе и, конечно, всем тем взрослым, которые сумели без нажима, без угроз, без насилия, без наказания, а средствами доброго отношения к интересам детей создать условия и помочь детям успешно завершить свою работу. А успех, как вы знаете, окрыляет. Недаром говорят, что смелость – это память о прошлых успехах. Спасибо всем, кто помогал нам в этой серьезной работе. И искренне всем желаю успехов.